Поставь лайк за 3 секунды, или все в твоем мире превратятся в паразитов. Опа-на, третья фаза. Как я вообще это упустил? Как я умудрился? 28-5 тысяч поинтов. Все очень плохо. И откуда там это все наплодилось? И у меня в доме, кажется, кто-то есть. Найсик бро. Прямо Найсик бро у меня в доме. То есть я? Офигеть. И что мне делать? Давай посмотрим, кто там. О-оу. Это же злой житель. Ладно. У меня есть кое-какой план, как туда подойти. Вот сюда прыгаем. В воду, так сказать. Главное, чтобы сзади никто не подкрался. И теперь мы аккуратненько делаем вот так вот. Оп. И залазим в сундук. И теперь можем спокойно завалить этого жителя. Очень хороший способ защитить дом. А теперь еще надо завалить вот этого вот Найсика бро, который здесь вообще ходит. Это я умерший. Ой-ой-ой. Сколько у нас уже кожи? 8 зараженной кожи. И все. Это очень печально. Ну и теперь надо как-то зафармить немножечко здесь вот эти тотемчики, которые плодят всех этих монстров. Да? Ой! Офигел! Блин, они такие сильные, вообще, вот, очень сложно против них сражаться, очень быстрые, сильные. Не знаю, надо домой идти, и вот отсюда уже бить их. Потому что они войти не могут, и это прям супер профит для нас. Только вот, как бы дамажат. Выпадает, кстати, вот эта фигня. Уже 7 штук, и если 8 будет, я тебе кое-что покажу. Давайте, спускайтесь сюда. Такие противные монстры, все, 8 штук есть, зашибись. Или там 9 надо, блин, там надо 9, я вспомнил. Ладно, сейчас потихонечку еще добуду. Хорошо, что не так уж и сложно против них сражаться в любом случае. Вот, например, вау, какие блоки, кстати, крутые, заметь. Вот это, конечно, мы нафармили. Так, вот эти штуки, возможно, ваншотят нас, но я их убил. Так что все нормально. Ой, еще тотем вырос. Прям посреди. Ну нифига себе они. Эй, стой, амба! Так, ладно, бежим, бежим, бежим. Быстрее в дом, чтобы они не успели меня атаковать. Так, и быстро топор. На! Все, хотя бы кого-то завалим. О! Еще надо их приваливать. Вот так, быстренько. Надо атаковать, чтобы они спрыгивали. Хорошо, забираем. Оп, все, теперь показываю. Вот такую штуку мы можем сделать. Это типа приманка, типа того. Я не понял, как она работает. Вроде у нее еще функционала нет. То есть просто есть все. О, морковка выросла, хорошо. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Блин. Да, меня убили. Это очень тяжело против них вообще выживать. Как видишь, они суперсильные. Вообще было бы круто, если бы эта приманка просто убивала монстров. Ну, то есть ты ставишь, и они как бы кушали бы эту приманку и умирали. Но такого, к сожалению, нет. И это, конечно же, печально. Опа, слышал это? Что это был за удар в колокол? Ну, Super Evolution пока нормальный. А, я понял. Это вот эта фигня здесь заспавнилась. И... Блин, как же задолбал! Господи, их невозможно убить! О, черт! Прямо около дома. Офигенно. Надо себе сделать еще один топор, и я не знаю, давай-ка я в шахту спущусь хотя бы на ту высоту, на которую... Хотя, блин, я даже не знаю. Ну, давай попробуем, в принципе. Здесь даже какие-то блоки появились, как и там. А я что-то даже не обратил внимания. Ох, ну это вообще супер наглость так захватывать мой биом. Посмотри, они все испортили, эти тотемы. Здесь какой-то супер большой тотем уже заспавнился. И также свиньи инфицированные. И вот эта водичка скоро... О, кстати, водичка, кажется, не заражается. Хоть что-то хорошее. Но вот только вот эти козявы, они будут везде теперь. Еще и напрыгивают. Какие все-таки сильные. Ладно, шахту я организую прямо у себя в доме. А теперь я спускаюсь прямо на 10-ю высоту. Мы сейчас на 3-й фазе. Далее идет 4-я, потом 5-я и 6-я. Это все, это конец. Самый конец, прям вообще. Это уже полный захват твоего мира. Так что мы недалеко от конца, понимаешь? Печально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Подождите, подождите, я не... Ох-ох-ох-ох-ох. Вот это, конечно, не повезло. Тихо. Куда я упал? Так, все, уничтожил, хорошо. Так, ладно, 10-я высота. Здесь немножечко покопаю, может, найду где-нибудь алмазики, но помимо этого я могу найти и лаву. И как раз ее и нахожу. Так, 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 что-то нашел, возможно. Неужели алмазики мне принесли? Пожалуйста.
Алмазики. А, я же здесь был. Просто офигеть, Би. Я прям рядом со своей прошлой шахтой. Вот мне 5 алмазов всего надо. 5 алмазов. Ну, пожалуйста, Майнкрафт, дай мне их уже. Я устал. А кирка тем временем потихоньку ломается. И, возможно, мне вообще даже выбраться отсюда не получится. Придется убиваться. Я, конечно, бы не хотел так делать. Но, скорее всего, придется. Хорошо, что я... могу так вообще себе позволить сделать, потому что у меня инвентарь не пропадет, и я играю не на хардкоре. Главное, хотя бы один алмаз чертов найти, ну просто вот реально надо. Удачно сходил в шахту, просто идеально. Никаких алмазов и в помине нет. Ну его нафиг, я больше не хочу вообще этим всем заниматься. Я устал. О, еще и 4-я фаза началась. Просто глянь на это, 250 тысяч, как быстро все это происходит. Ну, короче, все, нам полные кранты. Сейчас пробегусь. Немножечко посмотрим, как вообще здесь что выглядит. И моя приманка стоит. Очень много рапторов бегает. Ну и помимо этого, житель, конечно же, траванутый. А вот там у нас что такое? Если вкратце, то все плохо. И я даже не знаю, я косу смогу вообще скрафтить? Мне кажется, что никакой косы у меня не будет вообще. Здесь слишком много сильных мобов. Ой, точнее, нету тех мобов, которых надо убивать, чтобы выпадали вещицы, предметы всякие. Да и мне лук нужен, а это фиг здесь добудешь теперь. Курочек нет, ничего нет, все печально. Мне кажется, остается только наблюдать, как портится этот мир. Но я все равно пойду в шахту сейчас еще раз. Вторая так попытка, так сказать. Смотри, как же я быстро могу спуститься в эту шахту снова. И как бы вот тут я и как раз умер. Оп, возвращаемся, так сказать. Да как меня задело? Надо было с собой еще ведро воды взять. А то, видишь, я уже почти сдох. Ну, вообще. Я еще и сгорел. Да ё-моё. Все, точно ведро беру. Ведро с водой мне поможет по-любому. Не поверишь, но и здесь я был. Это пипец какой-то. А здесь что у нас? О, еще одна сокровищница. Опачки. Так, быстренько сюда ставим эту фигню. И, наконец-то, хотя бы хорошего обычного зомби встретил. А то там на поверхности одни зараженки. Ну и здесь, конечно, ничего такого интересного тоже нет. Печально. Ну, хотя бы сломаем эту фигню, чтобы опыта получить. Конечно, вообще мизерный опыт. Не, ну я не пойму, а где все алмазы все-таки? Они же должны вообще быть. Может, вот тут? Короче, фигу мне Майнкрафт показал, никаких алмазов, иди ты в сраку. Вообще не существует алмазов для тебя, потому что ты... Ну, ты черт. Я просто черт, понимаешь? Для Майнкрафта я черт. Но мне так нужны эти алмазы, я просто не знаю, почему мне так не фартит. Я же всегда был профессионалом добычи алмазов. Я на 10-й высоте копал спокойно и постоянно находил алмазы. А сейчас просто, как будто я вообще ничего не могу. Чувствую себя таким беспомощным без этих чертовых алмазов. Тем временем 254 тысячи заражения. Так, сейчас под золотом должны быть алмазы, ну давай. Ну почему редстоун? Я еще бывает вот таким методом копаю, то есть... вот такую вот однослойную штучку прокапываю и смотрю, что-нибудь там есть. Например, алмазики может засветиться вот так вот. Алмазики, вы где? Алмазов и в помине нет. Просто, понимаешь? Я не знаю, я уже устал копать. Никаких алмазов тебе, фиг, Найсик, иди ты в сраку. Может, 4-я фаза все алмазы просто высосала из Майнкрафта? На секундочку даже показалось, что вот это алмазы. Да. Господи, ну, я просто шахтер-неудачник. Это сколько миллионов лет мне понадобилось, чтобы найти вот эту вот чушь? Я не знаю, блин. Все, мне аж грустно стало просто от того, какой я невезучий. Сегодня просто не фартит. Это пипец. Ну ладно, хотя бы сколько? 5 алмазов? Да, как раз 5 алмазов. Все, я сваливаю отсюда. Только вот надо добыть немножечко обсидиана. Наконец-то хотя бы стол зачарования у меня будет. Ох, ну что ж, 8-й день уже. Потом 9-й и 10-й. Но пока что, как видишь, все не так уж и плохо. Потихоньку развиваются все эти фигни. Все больше и больше распространения идет. Это, конечно, фигово. Но в любом случае не так плохо, как... кажется. Ну и вообще я не знаю, как с этим справляться. Это просто пипец. Здесь столько тотемов. Я их всех уничтожать точно не собираюсь. Мне бы сейчас сначала хотя бы ограбить... Ой-ой-ой! Все... Ё-моё! Ты видел это? Там все жители зараженные теперь. Ну что ж такое-то, а? Ну я хотя бы библиотеку смогу посетить? Мне бы сейчас библиотеку... Мне так надо это сделать. Так, сюда. Получается, заходим... Здесь один житель, не страшно. Вот так его мочим. Ой!
Уф. Хорошо. И забираем все полочки отсюда, все равно они больше здесь не... Ну, короче, небезопасно им тут храниться. Лучше уж я себе все книги заберу. Можно даже окна выламывать. А что, уже потемнело, что ли? Чего? Как так быстро-то? Ай! Блин, меня вилладжер завалил, я не успел. Ладно, еще разок. Кстати, а я спать вообще могу? Can't sleep now. Все, я вообще спать не могу. Только страха у меня, к счастью, нет. Так, ну книжек у меня хотя бы сколько-то есть, это уже хорошо. Два алмаза. А, еще надо, конечно же, себе взять обсидиан. И теперь у нас хотя бы стол зачарования будет. Кстати, надо проверить, как там левел уже происходит. Что с левелом вообще? Так, вот. Куда поставить? Наверное, бахну где-то вот здесь. Оп! А теперь надо сделать полочки. Так, а до библиотеки мне совсем недалеко. Ну ладно, я думаю, я проживу как-нибудь. На! Вот они... О, сердце какое-то выпало, крутяк. Еще одного. На, на! Оп, оп, оп. Оп, вот так вот, хорошо. Так, get face, уже пятое? Что, блин? Какого черта? Как вообще жить-то теперь? Ладно, быстрее домой. Что здесь вообще, кто здесь бродит? Я никого пока что не вижу, кстати. Может, ладно, я похожу немножечко, все-таки у меня жизни нормально. Ну, то есть я могу умирать спокойно. Так, Найси проходит. Ничего нового, в принципе. И здесь также идет захват. Не, ну как бы не так страшно, знаешь. До сих пор... Ой. А вот эти... Это деревья теперь вот на это поменялись? Ну офигеть. Да. Вот это... Вау. Я даже завалил. А, и только вот эта фигня вылезла. Блин, даже... Представляешь, насколько здесь все жесткое? Ты как бы ходишь в броне, а тебя убивают спокойно. Ох, пора себе хлеб какой-нибудь сделать хотя бы. Оп, готово. Теперь можно покушать. Подожди, а чё молния-то так фигарит вообще? Зачем? Непонятно. Давай-ка поглянем. А! Это что такое? Что это такое там стоит? Нифига себе! Вот это тотем! Так это самый максимальный тотем, что он там делает? Он же сейчас заражение пустит. Офигеть, зря я, конечно, на высоте. Конечно, бьет жестко. Ладно, дерево у меня хотя бы есть. Я могу хотя бы что-то себе сделать. Вот так полочки и вот так книжечки. Оп, 13-10 полок. Довольно-таки неплохо. А теперь надо как-то забраться и защититься от всех ползающих козявок. Но их я тут не вижу. Ой-о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 й
Да блин! Капец! Что это такое? Офигеть! Ладно, у меня есть план. Просто вот так вот проламываем вот здесь вот, да, и я прям идеально под эту штуку. И теперь надо как-то забрать. Вот сюда вот. Хитрюга я такой вообще. Ну и все как бы. И никуда выбираться не надо. Мой дом, моя крепость. Давай попробуем как-то сразиться с ними. Ой, нет, нет, нет. Зачем? Офигеть. Теперь и мой дом сломан. Что может быть хуже? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мой дом сломан. Бежим. Нет. За что? Господи. Это просто пипец. А это что такое? Что-то непонятное здесь просто происходит. А что? Не понял сейчас. Что за биом такой? Нифига себе. Я в каком-то биоме. Ха-ха. Жесть. Вот и все, как бы. Настал мне конец. Так, ладно. Быстренько. Хотя бы чем-то застраиваем. Главное, чтобы меня не видели. Хорошо, что они через стекло меня просто не видят. Так, пора делать небольшие обновочки. Все не так уж и плохо, заметьте. Я даже тут не отчаиваюсь. Конечно, уже какой-то страшный биом доходит даже до моего дома. И это не есть хорошо. Блин. Выходить не стой! Что это? А, это монстр просто. Так, ладно, смотри. Предлагаю сделать так. Кровать мы перемещаем. Вот сюда.
типа спим. Поставили респаун, так сказать. Проверяем эволюцию. Пятый уровень. То есть это, ну, понимаешь, это уже полный захват, так сказать. Так, ну хотя бы теперь что-то видно. В АФК встал, подождал. Ты просто глянь, это реально паразиты. Это реальные паразиты. Они все уничтожают вокруг себя. Они везде. Я ничего теперь сделать не могу. Ну ладно, стол мы все-таки поставим. И потихоньку будем вот так вот книжные полки расставлять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже на сколько мы можем зачаровать топор? 12 левел. Неплохо. Еще три полочки и еще одну. Так. Еще у меня 9 книг. Ой-ой-ой, ну что ж такое-то на улице, а? Что за вороны вообще? Не, ну как бы видишь... Почти уже, почти. А я все так же спокойно расставляю полочки. А теперь можно зачаровать свой топорик. И теперь дать им реально жару. Слушай, мне надо сейчас броню скрафтить желательно еще одну. Только вот у меня хватит дерева или у меня все? А, во, верстак есть. Уже еле-еле выживаю. Выхода из дома у меня нет. Надо как-то протиснуться, да? Как-нибудь сейчас потихонечку. Во, мы можем вот здесь вот проломать. И даже не страшно. Вот только вот здесь страшно. Оп! И вот здесь сломаем. Все, теперь у нас есть ко входу доступ. И там уже какие-то деревья растут. Блин, вот эти вот жуткие хрены, они ломают стены, это вообще жесть. Делаем новый топор. И зачаровываем его хотя бы эффективность, прочность. Ну, думаю... 26 левел, нормально. Эффективность 3. Ну, неплохо, чего бы и нет. Теперь надо сделать нагрудник, шлем какой-нибудь, вот так вот, вот так вот, и зачаровать его. Вот так вот, огнеупорность, такое себе зачарование, взрывоустойчивость, тоже такое себе зачарование, вообще что-то сегодня не везет. Ну ладно, хотя бы сапожки не подведите, давай сапожки мне. Оп, оп. Огнеупорность, блин, просто ужасное зачарование, вообще ни о чем. Не знаю, как-то мне придется все равно сражаться сейчас. Будем давать отпор. Не сдаемся, так сказать. Все, начинаем выходить. Кто здесь? Кто хочет получить? О, спокойно. Так, ладно. Давай с тобой сразимся. Я в принципе, не против. Ты... Я тебя понял. О, я вернулся в исходное положение. А как же мой дом? А, я же даже не поспал, дай. Охренеть. Ну, зато заметь, как тут спокойно. Это прям рай. Жесть. Я даже не ожидал, что такое произойдет. Что я снова здесь появлюсь. В таком хорошем биоме. Ни одного монстра. Блин, мне даже как-то грустно. Я столько жил в той деревне, и теперь все потеряно. Так, иду в какую-то деревню. Совсем новая. Уже какие-то твари здесь ходят. Но, в принципе, все не так плохо. Привет. Так, что у нас здесь? Железные ботинки. Как раз мне их не хватало. Нормас, хоть что-то залутал. Железо. Алмазы, конечно же, я там оставил. Так, ну стол зачарования тоже у меня теперь нет. Ну и что же я сделал? Только зачаровал топор. Очень фигово. Ну, давай теперь попробуем вот эту фигню уничтожить. Вот так вот. Потихонечку. Иди сюда. Не, давай, давай, сюда, сюда. Да-да-да. А, ну нифига себе, ну ваншот это просто, это, ну согласись, здесь невозможно выжить, просто никаким образом. Ты даже не уничтожишь вот этих вот козявок. Вот, оп, все, ты умер. И там еще плодится фига одна страшилка. Так, ладно, смотри, предлагаю тогда в какую-нибудь библиотеку быстро зайти, отвали. Так, все, вот здесь вот и засяду. Че, как житель, че, как? Как жизнь вообще? Чупапи? Чупапи муня-нёчине? Через стену, понимаешь? Это Unreal. Ой, смотри. Вот это козява. Вот это огромная. Это же летающий фиг подросший. Я не знаю, как его зовут, но он реально нехороший. Очень. Но хотя бы он поближе двигается к тебе, то есть его уже бить вполне возможно. Только вот броню он уже мне половину сломал просто тремя брызгами. Звук у него, согласись, крутой очень. Ой, ой, такой типа... О, смотри. Давай еще.
Я с тобой готов драться до последнего. Я могу хоть 1000 раз умереть, но я должен тебя уничтожить. Ты где? Ой, вот он. Давай. Ах ты, гаденыш. Ну я же должен тебя убить как-нибудь. Ну, налетай. Я тебя не боюсь. Так, осторожненько. Ну, давай сюда. Какой же ты... О, все, налетел. Интересно, его вообще... Даже этим топором я его никогда в жизни не убью, просто. Глянь, насколько их много. Всякие вот эти взрывные. Смотри, он реально взрывается, если что. Смотри. Давай, бабах, устраивайте. Не готов. Видал? Просто бочонок. Бочонок, который доставляет новых монстров. Новых плодит. Фу, такая мерзость на самом деле. Вот представь, это еще что такое? Там еще паук внизу. Вот такой вот громадный паучара. Вот этот паучара, он усиливает всех вокруг. То есть они становятся еще сильнее, представляешь? О, крипер, красава. После крипера остаются какие-то черные штуки. Даже крипер паразит какой-то. Как видишь, уже эволюция на 6-м левеле. У меня все читерные предметы, чтобы сражаться с этими монстрами. Но и то, возможно, что этого не хватит. Но хотя бы каких-то элементарных овечек убивать будет проще. Вот так вот. Бабах. Легко. Попробуем убить коров. Даже не ваншотом. А это самые сильные мечи. Вот такие вот монстрики появляются. Вот так вот вас. На. Видишь? Ну ладно, урона почти не наносит. Даже вообще не наносит. И вот эти хрени мы спокойно можем уничтожать. Но в любом случае это поражение, потому что 6-й левел достигнут. Этих монстров-паразиты захватили весь мир, считай. А я покажу тебе сейчас крафты вот этой вот жесткой кирки. Ну, как сказать кирки, это коса. Которой можно атаковать монстров. У нее целых 17 урона. И также куча зачара, это надо зачаровывать. И также лук. Он тоже очень много хп-шек сносит. Броня самая обычная и также куча золотых яблок. Все, что тебе пригодится, чтобы хоть как-то выживать здесь, в этом аду. Это 10-й день, самый последний. Давай покажу, что можно вообще скрафтить здесь. Выложили вот так штучки и получили первую часть лука. Теперь возьмем вот эти два, три предмета. Точнее, даже 6. Как видишь, еще одна часть лука. Третья часть лука. Далее надо сделать катушечки. Это не очень сложно. Раз, два, раз, два, раз, два. И также вот здесь вот по 2 штучки. 2 катушки получили. И теперь надо вот этот орб сделать. Как видишь, вот этот орб. И теперь уже делаем сам лук. Вот так вот он крафтится. Запоминай этот рецепт. Оп. Вот он твой лук. Держи. А вот он как выглядит, если его выкинуть. Огромный лук. А теперь показываю, как крафтить косу. Сразу сделаем орб тот самый. Вот так вот он крафтится. Теперь берем и делаем часть кирки. Первая часть. Забираем. Это сам стержень кирки. Вторая. Еще одна часть. И последняя часть тоже готова. Вот так вот делается коса, видишь? Оп. Создали косу, и вот так она уже поменьше будет, чем лук. Лук как-то аномально большой. Ну а теперь давай дадим отпор этим монстрам. Посмотри на эту жуть. Как же все-таки страшно выглядят все эти монстры. Вот так вот выпиливаем их всех. О, смотри, первая громадина на моем пути. Сейчас попробуем его уничтожить. Убегаем. И с лука как ему фигарим в морду прямо. Мы его уничтожили, видел? Давай теперь попробуем убить вот эту паучиху. Но дамаг явно мощный. И вот все, она уничтожена. Пробуем уничтожать. Видишь, даже так они меня почти убивают. Видишь, насколько все-таки они мощные. Ты даже с фул броней, ты их не вынесешь. Ну, навряд ли. Тебе очень надо постараться, чтобы вынести их. И броня у тебя уже поломана почти. Это невозможно. Это не представляется возможным. Слишком уж мощные мобы. Бьют через стены. Это просто жесть. Надо держать дистанцию с ними всегда. Где-то вообще на крыше быть. Тогда хотя бы какой-то шанс у тебя будет.
А так, как видишь, почти убивают. А если запасной брони нет, то все, капец. Еще и невидимка тебя бьет. Я пытаюсь бить невидимку, но ничего не выходит. Еще и коровы. Мобов все больше и больше. Вот ту летающую дичь еще можно попробовать уничтожить каким-то образом. Ой, тихо! Это что такое? Ой-ой-ой! И вот уже почти меня вынесли. Почти смерть. Это было просто очень близко к смерти. То есть удар прям смертельный был, но меня спас тотем. Ну и как видишь, его хотя бы мы смогли завалить. Что с него выпало? О, вот это вот выпадает с того монстра. Как раз предмет, который нужен для крафта. Представь, как это выживание вообще возможно. Это невозможно добыть. Только если реально иметь какой-то лук у себя. Ну а теперь попробуем побить эту хрень. И сразу же подмога, куча подмоги. Везде подмога, даже вон на крышах. И теперь ты просто убегаешь. Ну а тебя догоняет вот этот вот сумасшедший монстр, которого можно попытаться убить. И мы его убили. Но лук, конечно, сильнее намного меча, как видишь. Вот так вот. А, и с одного удара нас все равно вынесли. И советую связываться с этими монстрами, с этими паразитами. Ладно, надеюсь, тебе понравился этот видос. Это были 10 дней выживания. Все-таки я справился только с 9 днями, а дальше уже пришлось вот такой вот эксперимент проводить, показывать крафты и посражаться немножечко с этими монстрами. Как видишь, они здесь все перевоплощаются. Это их, так сказать, огромное логово. Но на самом деле есть еще и их биом. Ты его мог увидеть около прошлой деревни, в которой я долго выживал. Он там развивался. Надеюсь, тебе понравился этот видос. Это поставишь на него лайкусик. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Конечно же, не теряй!